Казахстан и Албания намерены запустить прямые авиарейсы между столицами, а еще в планах ввести безвизовый режим для граждан Албании. Об этом сегодня говорили на переговорах с участием лидеров двух стран – Касым-Жомарта Токаева и Байрама Бегая. Президенты сделали совместное заявление. Подробности у Динары Абдировой. Этот приветственный момент можно назвать историческим. Президент Албании прибыл с официальным визитом в нашу республику впервые. В главном зале Акорды почетного гостя встречал лично глава государства. После приветственной части президенты начали переговоры в узком формате, обсуждали перспективы развития двусторонних отношений. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Байрама Бегая за то, что он принял приглашение, и отметил, что у Астаны и Тираны большой потенциал для расширения партнерства в самых разных сферах, в том числе в экономике. Этот визит чрезвычайно важен с точки зрения развития взаимного сотрудничества. Казахстан заинтересован в установлении более тесных отношений с вашей страной. Мы считаем, что у нас есть возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и связи во многих областях, представляющих взаимный интерес. Символично, что ваш визит проходит всего за 2 недели до того, как наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. Затем переговоры продолжились в расширенном формате. За одним столом собрались официальные делегации двух стран. В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо запустить прямые авиарейсы между Астаной и Тираной. Мы рассматриваем Албанию как очень важного партнера на Балканском полуострове. И это решающий момент, чтобы получить практические результаты в плане нашего взаимного сотрудничества. Между Казахстаном и Албанией есть много общего. Мы являемся мультиэтническими и мультирелигиозными странами. В то же время большинство населения составляют мусульмане. Необходимо развивать наше сотрудничество и контакты в крупных международных организациях, таких как ООН и ОБСЕ. Туризм – одно из перспективных направлений. Казахстан уже сегодня намерен ввести безвизовый режим для граждан Албании. По словам министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, сейчас албанцам требуется виза для въезда в Казахстан, в то время как нашим соотечественникам она не нужна. Очень интересная страна, хороший туристический потенциал. Я думаю, это будет правильно. И очень для нашей страны, я думаю, это направление будет очень интересным. За последние годы 211 албанцев заехало к нам. А наших только 3, к сожалению, 3 туристов было в Албании. Поэтому этот вопрос для нас такой сегодня, я считаю, что, наверное, очень важно. Мы должны данную работу поднять на новую качественную ступень. В свою очередь, Байрам Бегай высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества. Он отметил, что Албания намерена укрепить взаимодействие в туризме, горнодобывающей отрасли, энергетике и сельском хозяйстве. Наша первая встреча олицетворяет начало нашего диалога. Надеемся, что наше взаимодействие будет продолжаться в соответствии с общими целями по расширению связи между Албанией и Казахстаном, а также по наращиванию сотрудничества и гуманитарных контактов. У нас также имеются большие возможности для экономического сотрудничества. Мы можем использовать это окно возможностей. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай приняли совместное заявление. Заявление лидеры двух стран вновь дали понять, что Казахстан и Албания имеют большой потенциал для реализации целого ряда совместных проектов. Документ состоит из 12 пунктов. В них обозначены инициативы в таких сферах, как туризм, логистика и экономика. Можно с уверенностью сказать, что визит президента Албании в нашу страну заложил прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества, основанного на дружбе и взаимовыгодном партнерстве. Динара Абдирова, Ерлан Аурзбаев, при поддержке телерадиокомплекса президента, Хабар.